Каждые 2 недели в мире умирает один язык. ООН предупреждает, культура 1000 аборигенов под угрозой. В Международный день коренных народов мира индийским племенам бразильской Амазонии не до празднеств. Здесь продолжается отчаянная борьба ради сохранения природных ресурсов. Правительство Жаира Болсонаро выступает за смягчение законов о защите окружающей среды. И ускоряющиеся темпы вырубки леса в районах, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, ведет к уничтожению целых общин. По-моему, в Бразилии наступила эпоха неофашизма. Прямое следствие принятия новых законов – уничтожение коренных народов, геноцид. Подобное уже в нашей истории бывало. В Бразилии вновь разрешается захват земель, убийства в районах проживания коренных народов. Правительство Болсонару проводит политику геноцида. По данным Всемирного банка, сегодня в распоряжении аборигенов 22% поверхности нашей планеты. Здесь сконцентрированы около 80% мирового биологического разнообразия. Благодаря своему традиционному укладу жизни, коренные народы – настоящие хранители природы. Европейские аборигены оберегают Арктику. Но и они сегодня в опасности, отмечает Федерико Могерини. Бедность, насилие, последствия климатических изменений – все это угрожает их существованию. Глава европейской дипломатии вновь заявила о приверженности ЕС защите языков и культурного многообразия. Коренные народы – это 370 миллионов человек в 90 странах мира. Это свыше 5000 уникальных культур, важность сохранения которых не раз признавало международное сообщество. Но пока и гарантировать коренным народам хотя бы защиту их фундаментальных прав удается далеко не везде.